Здравствуйте, это программа «41-я параллель», и я Айтен Алиева. Сначала коротко о новостях Закавказья. Эту часть земного шара по-прежнему трясет. В Грузии к неспокойной внутриполитической ситуации, продолжающимся демонстрациям присоединилась плохая статистика по коронавирусу. Самая благополучная по всем показателям в первом раунде борьбы нормальной жизни с короной Грузия на этот раз заняла неутешительное первое место в мире по распространению этой болезни на 100 тысяч населения. В Азербайджане также было принято решение ужесточить правила ношения масок. Теперь маски надо носить и на свежем воздухе, и в машине, если в ней сидит более одного человека. А число зараженных в день приближается уже к отметке 5000. В Армении также неспокойно. Продолжаются акции протеста, баталии в социальных сетях, а требования отставки премьер-министра перекликаются с различными громкими заявлениями оппозиции и попытками что-либо понять в сложившейся ситуации людей, собирающихся на улицах. У посольства России в Армении прошла акция родственников пропавших без вести военнослужащих. Участники акции составили список пропавших без вести и письмо обращения, в котором просят Россию оказать содействие в поисках родственников на подконтрольных Азербайджану территориях. Многие родители ищут своих детей и близких в больницах и моргах. Остальная часть находится у здания правительства с надеждой встретить премьер-министра, пишет Армен-Инфо. Однако, учитывая, что на протяжении 46 дней армянское правительство и журналисты скрывали истинное положение дел в Карабахе и не торопились забирать тела погибших, дали не обнажать свою ложь, искать тела погибших и обеспечить их доставку в Армению все-таки придется российским миротворцам. При этом надо отметить, что все эти поиски и решения гуманитарных вопросов осложняются варварскими действиями армян, покидающих освобожденную территорию. Отступающая армянская армия заминировала все освобожденные территории, а покидающие районы Азербайджана жители жгут дома и леса, причиняя тем самым вред как экологии, так и поисковым работам и миротворческим силам. Увозя с непринадлежащих им никогда районов Азербайджана лес, колокола, кресты с церквей, люди больше озабочены тем, как посильнее нанести ущерб вернувшимся домой азербайджанцам, нежели тем, как помочь миротворцам найти тела погибших. А тем временем при подрыве мины пострадали 6 человек, среди которых российский миротворец, азербайджанский военный и сотрудник МЧС. А в социальных сетях появилось видео, подтверждающее то, что армянские боевики попирают все нормы человечества. Заминировать тела погибших солдат, чтобы те, кто их найдет и будет собирать, подорвались вместе с ними – верх цинизма. Вот такое оно эхо войны. Сегодня у нас в гостях генеральный директор и главный редактор информационного агентства «Интерфакс Азербайджан» Анар Азиза. Здравствуйте, Анар. Анар еще в период Второй Карабахской войны взял интервью у президента Ильхама Алиева и задал вопрос о том, как будут развиваться события дальше. Вот в своих выступлениях некоторые проармянские политики, а также журналисты очень часто говорят о том, что все началось с погрома в Сумгаите. Но вот на самом деле я лично встречала эшелоны, которые прибывали из Кафаны намного раньше. Ведь на самом деле же началось не с Сумгаита. Да, действительно, Сумгаит был всего лишь следующим звеном в этих событиях, которые привели к возникновению Нагорно-Карабахского конфликта. Действительно, все началось за несколько месяцев раньше, с депортации свыше 200 тысяч азербайджанцев зимой 1987 года из различных территорий Армении. Поэтому, ну, мы прекрасно знаем, что в Советском Союзе без ведома КГБ СССР невозможно было ничего осуществить. Соответственно, депортация 200 тысяч азербайджанцев в максимально короткое время, в тяжелых условиях, все это было согласовано. При этом зачастую бытовало такое мнение, что вот тех депортированных из Армении азербайджанцев можно было разместить в Карабахе, а не привозить в Баку и Сумгаит. Поэтому, но тогда все было как бы центральной власти в Азербайджане по согласованию, безусловно, с Москвой. Сделали так, чтобы все эти люди оказались именно в Баку, большая часть из них оказалась в Сумгаите. И представьте себе, то есть это пороховая бочка. Люди обозленные,
в которых с насиженных сотнями лет с насиженных мест просто изгнали зимой через перевалы в невыносимых условиях, и потом они добирались все это до Сумгаита, и естественно все это как бы готовилось к тому, что будет следующий акт. Следующий акт стал как раз таки событие в Сумгаите. Потом уже как бы вся армянская сторона была готова, начался пиар этой, черный пиар, последующими событиями, что вот нас убивают азербайджанцы, вот какие они плохие, и все за этим последовало, как бы фитиль был подожжен, и, соответственно, все это взорвалось. Кстати, при всем том, что вот пропаганда как раз-таки ведется, вот буквально очень активно все время выделяется Сумгаит, при всем при этом очень недавно меня удивило то, что Киселев в своей передаче конкретно, вот дословно, он сказал: «Горячая фаза конфликта началась с погрома в Сумгаите, толчком для которых были беженцы из Армении». Минуточку, беженцы из Армении, так где тогда все началось-то? То есть вот это из его этого выступления практически этот вопрос остался открытым, но это прозвучало. Вот мы говорим, что все, дай бог, все начнет развиваться, будет туризм, будет какое-то развитие. И вот здесь есть такой момент, очень важный фактор, это сохранение памятников архитектуры, религиозных памятников и так далее. Даже для развития того же самого туризма. Но что примечательно, что сейчас, во-первых, очень многим памятникам архитектуры нанесли урон как раз-таки армянская сторона, армяне, которые оттуда выезжают сейчас, вывозят колокола, вывозят кресты, вывозят черепицу, вывозят иконы, там, артефакты и так далее. В первую очередь, как бы, ущерб сейчас наносится ими. И плюс, как бы уже много раз об этом говорилось, это о мечетях, которые находятся в ужасном состоянии. Ну и другие памятники, исторические наши памятники, которые были разрушены, как дом-музей, там, музей Рагозбекова, там, как музей хлеба в Агдаме. Но, что интересно, что в прессе сейчас, я бы сказала, что армяне выигрывают информационную войну. Почему? Потому что вся пресса других стран, включая Францию, Германию, Россию и так далее, в основном говорит о том, что придут азербайджанцы и начнут разрушать христианские храмы. Кроме того, это уже достигло такого пика, что, в общем-то, деятели культуры, актеры, певцы, которые приезжали в Азербайджан, которые видели, в принципе, наше бережное отношение ко всему и видели, как здесь дружно живут конфессии, даже они под воздействием вот этой массивной информационной атаки начали писать своего рода обращения, там, остановить разрушение памятников и так далее, как будто уже вот сейчас прямо их равняют с землей бульдозерами. Вот. Что в этой сфере, вот как на информационном поле, может быть, мы что-то упустили, потому что, ну, на самом деле это очень странно, когда вот такая самая... И что мы можем сделать, чтобы как-то предотвратить вот этот поток ложной информации и фейков? Дело в том, что лично мое мнение, дело это не сегодня, проблема это не сегодняшнего дня. Она началась 32 года назад. То есть все последующие эти 32 года мы сталкиваемся с последствиями этой проблемы. В том, что мы проигрываем в информационной борьбе Армении по всем направлениям. От чего это идет? Ну, даже если мы говорим о сегодняшних ситуациях, давай обратим внимание на то, как армяне уезжают, покидают эти села, и как в иностранных СМИ это все обставлено. То есть, если бы, уверяю тебя, если бы азербайджанцы, уходя, сжигали бы эти дома, все бы эти статьи пестрели бы лозунгами: «Вот азербайджанцы варвары, они уничтожают то, что им не принадлежит, это армянское наследие» и все. А что мы видим на самом деле? То есть армяне выезжают из мест, где они никогда не жили,
При этом они сами признаются, что на этих землях они жили последние 15, 20, 25 лет. Да. То есть период оккупации переселенные. Да, и сами не скрывают, что они переселились из каких-то областей Армении, там, из России, из других мест. И они вообще не родились на этой земле. Да, кроме того, насколько я понимаю, может быть, я ошибаюсь, согласно законам, если какие-то территории, то бишь вот эти 7 районов, используются как буферная зона, то по международным правилам они вообще не имеют права заселяться. Да, безусловно, они же по Женевской конвенции, они не имели права там заселять. Тем более, там, не то что армянами из Армении, но и из Ливана, из Сирии и их прочих стран. Но тем не менее, что мы видим? Идет целенаправленное, сейчас большое количество российских иностранных СМИ работают в Армении. То есть они в Кельбаджаре, Агдаме, в Лачине, и они описывают, как многострадальный народ многострадально покидает земли, которая им не принадлежит. Но мы сталкиваемся с другой проблемой. Как воспринимает это мир? Да, и как это преподносится? Как это преподносится? Из-за того, что все эти 30 с лишним лет армянская диаспора, армянское лобби, кто бы очень хорошо работало с прессой, российской, иностранной, любой. За эти 40-44 дня войны я прослеживал огромное количество статей, выходящих не только в российской прессе, но и в иностранной. И что парадокс? Далекая Португалия, которая, по большому счету, должно быть все равно, что происходит в нашем регионе. Но там пишет статью армянин, который рассказывает о том, что азербайджанцы-мусульмане, ислам пьет, теснит христиан. То есть подоплека придается немножко другая. Нужно, безусловно, организовать визит на освобожденные территории представителей российских иностранных СМИ. Показывать вот мечеть в Зангелане, мечеть в Агдаме. Вот в каком она состоянии. При этом это нужно в последующем наше посольство за рубежом. Должны более активно работать. В моем понимании, вот во время этой войны большинство наших посольств за рубежом работало очень слабо. То есть они не смогли ни правду о конфликте довести, ни вовремя реагировать на такие сцены. Вот в принципе, если мы посмотрим соцсети, Facebook, простые граждане, огромное количество фото, видео, материалов о том, в какой вид превратили наш, не только наши, то есть любые религиозные ценности, там, исторические, на оккупированных территориях. Люди просто делились ими. Да, вы знаете, я тоже обратила внимание, вот сейчас каких-то шествий, устраиваемых азербайджанской диаспорой, каких-то акций, они увеличились, но дело в том, что ими ничего не решишь. Конечно, я с вами абсолютно согласна, что здесь должна быть работа посольства, здесь должна быть работа посольства со средствами массовой информации. То есть они должны постоянно, то есть не ждать, скажем, указаний из Баку. В принципе, это ничего такого сложного нет устроить. Там, если бы каждую неделю каждое посольство устраивало пресс-конференции, каждый посол бы написал бы по одной статье, там, скажем, советники и все, в различных изданиях. То есть это было бы достаточно. Ну, понятно, что кардинально изменить психологию людей на Западе по отношению к нам не удалось. Но, по крайней мере, но хотя бы даже если бы из 10 один бы поменял свое мнение. Ведь есть там достаточно много прагматичных, здравомыслящих людей и деятелей культуры, которые бы могли бы убедить тех же своих коллег, что все на самом деле обстоит не так. Да, с этими же деятелями культуры надо работать. Работать знаете, надо. Вот я всегда считала, что одно время у нас это происходило, да, какой-то ведущий там или какой-то артист или какой-то что-то высказался или там поехал в Нагорный Карабах через Армению там и так далее. И сразу начиналось, вот, его бойкотировать, его нет сам. Я, например, считаю, что наоборот, с этими людьми тоже надо работать. Даже если они знают, даже если, как многие говорят, они там куплены или они находятся там в армянских средствах массовой информации,
Все равно их надо привозить, их надо возить вот к этим нашим беженцам. Пусть они посмотрят в глаза людям, которые 30 лет были лишены своей родины. Очага, да. Да, пусть они увидят там детей, которые выросли целое поколение, не зная своего дома и так далее. То есть я считаю, что с этими людьми нужно работать тоже. Это нужно работать постоянно. Постоянно. Приглашать людей. Армянская церковь в Баку, в центре города стоит. Никто ее не осквернял, никто ничего на ней не писал. А что происходит? Мало того, что все азербайджанское наследие в том же Ереване уничтожено. Или же в Шуше азербайджанская церковь преподносится как персидская. То есть наши соответствующие госструктуры, то есть у нас все часто говорят, что граждане должны помогать госструктурам. Безусловно, должны помогать. Граждане на своем уровне, у нас сознательный народ, воспитанный, культурный, который все это распространяет. Но государственные структуры, они не должны работать по шаблону. То есть здесь нужно подходить более масштабно. То есть и вот я сегодня провел пресс-конференцию, или же где-то я там выступил в эфире и рассказал о том, что вот показал кадры уничтожения, как разрушили мечеть, или в мечети свиней пасли, или же внутри христианской церкви сами армяне написали какую-то надпись. Но на этом дело не должно заканчиваться. Не должно, конечно. Вы знаете, попозже в нашей передаче будет сюжет о Шушинском театре. И вот когда я зашла в интернет и хотела дополнить свой сюжет какой-то более исторической информацией, знаете, что я нашла? Я нашла только несколько статей, написанных в Википедии, которые назывались «Шушинский армянский театр». Я не нашла историю, я нашла историю театра Азербайджана, но я не нашла историю в Википедии, я не нашла историю развития театрального искусства в Шуше, я не нашла того, что там был театр имени Узейра Гаджибекова, я не нашла того, что там в 49-м году решением Степанакерта тогдашнего он был просто приостановлен ввиду того, что там не хватает финансов. Там было 5-6 статей про армянский театр Шуши. То есть Википедия совершенно, то есть это площадка, на которой можно заходить, писать и так далее. Она вся заполнена практически армянскими источниками. С ней никто не работает. То же самое Google, то же самое поисковые оптимизации. То есть сейчас есть современный какой-то пласт, который нужно заполнять. То есть для этого, это же ведь не за один день они все выстраивали. Они, армянское лобби своих людей пропихивало, я бы так сказал, во все такие издания. Почему вот вы, наверное, тоже сталкивались за время войны, сколько Facebook банил азербайджанцев? Да. При этом по, скажем так, малейшему поводу и без повода показывали красную карточку. А при этом армяне могли хаять азербайджанцев, все, их не банили. Почему? Потому что определенный пласт в этой компании Facebook, да, заработает армяне. То же самое мы говорим, если мы говорим о, там, скажем, предвзятости российской прессы, но армяне целенаправленно 30 лет внедряли своих людей. Есть там абсолютно проармянские издания, потому что возглавляют их армяне. А мы можем вспомнить хоть одного азербайджанца-журналиста, работающего в какой-либо крупной российской газете? И, соответственно, да, скажем, мы сталкиваемся с тем, что и Википедия же тоже на что-то, на какие-то ссылки, статьи ориентируется, заполняя. Они ориентируются там, вот скажем, Лемонт написала про это, там Вашингтон-Пост написал, там другие издания написали. А кто писал все эти? Этнические армяне. Но, тем не менее, для Википедии и прочих изданий это как источник. Вот они написали, и это правда. И теперь нам приходится мало того, что доказывать, что мы не верблюды, так мы еще должны все это еще аргументированно доказывать, что мы тут ни при чем. Да. И это на самом деле большая проблема. И с другой стороны, мы каждый год оттягиваем ее частичное решение, но она, проблема, не решается. Нужно, я не знаю, но может быть какая-то группа, структура, которая бы работала целенаправленно в системе Министерства культуры или же других ведомствах нескольких, вот этими такой пропагандой занималась.
чтобы они целенаправленно какие-то вещи делали, которые бы показывали. На разных языках. На разных языках, действительно. Сейчас достаточно много нашей молодежи, которая знает и испанский, и китайский, и корейский, и японский язык. То есть все эти ресурсы можно использовать для того, чтобы продвигать, показывать Азербайджан. Мы ведь показываем, когда Азербайджан в определенной, скажем так, какими-то событиями связаны. После того, как это событие проходит, начинается, стихает, мы забываем об этом, что нужно рекламировать. Они позиционируют себя 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, безостановочно. Поэтому и материалов даже, скажем, про армянских и про азербайджанских, наверное, 1 к 10. И то даже тот, который мы можем счесть, что он про азербайджанский, на самом деле он нейтральный. Наша позиция не в полной мере там отображена. Поэтому нужно все это целенаправленно, постоянно работать. Главное, ключевое слово постоянно. Не на один день, не на два дня, а вот пока мы не будем так работать постоянно, у нас будут вечные проблемы. И приходится будет доказывать, что, скажем, это земля азербайджанцев, там жили азербайджанцы. Почему-то всех нужно было убеждать, что Шуша – это азербайджанский город, да, что там население было азербайджанцами, а так в Армении преподносят как? Это колыбель Армении, да, это сердце, да, армян, хотя они, в принципе, никакого отношения не к Шуше. Да. Я всегда говорю, что давайте просто посмотрим чисто исторически. Это земля, на которой выросло там большое число азербайджанских делей культуры, искусства. То есть, почему, если армяне всю жизнь там жили, тысячелетиями, мы ни одного не знаем известного деятеля культуры из Карабаха? Потому что, понятно, не было. Да, но это нужно постоянно доказывать. Доказывать, конечно. А мы, у нас принцип, мы как бы больше защищаемся, не атакуем. Сейчас время другое. Сейчас нужно быть агрессивными. То есть война показала, мы сидели 30 лет, ждали, что кто-то хоть 1 сантиметр нам вернул. Нет. Но мы сами вернули, и уже разговор теперь по-другому идет. И это при том, что нас все равно обвиняют в том, что мы кого-то там убиваем, хотя мы берем то, что принадлежит нам. Спасибо большое, Анар. Спасибо, что приняли наше приглашение. Спасибо за приглашение. Я напоминаю, что гостем нашей программы был генеральный директор и главный редактор информационного агентства «Интерфакс Азербайджан» Анар Азизов. А наш следующий сюжет о вчера Нагорного Карабаха, точнее, о прошлом 30-летней давности. Оно было тяжелым, миллионы судеб, беженцы из Еревана, из районов Азербайджана, из Нагорного Карабаха. За каждым из миллионов стоит судьба, одна из них судьба Шушинского театра, а также судьба его директора. Шушинский театр имеет историю более чем 100 лет. Несмотря на то, что в Азербайджане первый профессиональный спектакль был поставлен в марте 1873 года, в Шуше к тому времени артисты уже выступали с постановками. Однако письменные упоминания о театре в Шуше относятся к 1884 году. Газета «Новое обозрение» 17 августа 1884 года писала: «На днях молодые театралы-любители Шуши в третий раз показали спектакль на родном языке с благотворительными целями. Сначала была поставлена комедия «Мастали Шах», затем «Гаджикара», а вчера «Визир Линкаранского ханства». Вскоре собираются сыграть комедию «Мюсье Жарда». Все они написаны известным среди кавказских мусульман Мирзой Фатали Ахундом». Однако в 1949 году, через год после смерти Узейра Гаджибекова, проармянское руководство региона вынесло постановление приостановить деятельность музыкального театра имени Узейра Гаджибекова в связи с нехваткой финансирования, в то время как в тогдашнем Степанакерте был открыт театр имени Максима Горького. Странно, не правда ли? В течение 30 лет артисты театра не могли добиться финансирования, чтобы восстановить свой театр. В 1980 году учитель актерского мастерства в Шушинском техникуме Едыгер Мурадов со своими друзьями задался целью восстановить Шушинский театр. Он почувствовал тот дух театрального искусства, который витал в Шуше. Талантливые студенты, выпускники консерватории, ученики музыкальных школ
и местные артисты создали самодеятельный театральный коллектив. Özüm bir müğənniçimi toyda gedib oxuyurdum, pul qazanırdım, özdə yaxşı pul qazanırdım. Həmin pulu gətirib teatra xərcləyirdim. Gedirdik, dekorasiya düzəltdirirdik, həmin pula parça alırdıq, geyim alırdıq. Düzdür, yerli iş adamları var idi ki, deyək, mühəndislər vardı, prorablar vardı. Bəziləri bizə o tikinti materiallarından deyək ki, taxta lazımdır, reyka lazımdır, belə bizə kömək edirdilər. Tamaşaları biz mədəniyyət evinin səhnəsində oynuyorduk. Mədəniyyət evində yəni iş hər gün orada olmurdu deyə, tədbirdən tədbirə qalan vaxtlar boş olurdu. Biz də həmi də biz ən çox axşamlar biz məşqlər edirdik. Çünki biz texnikumda axı dərs deyirdik. Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Balalan operettası ilə başlamışdı orada. Mən Əsgər bəy oynuyordum, həm də rejissor idim. Belə artıq gördük ki, biz artıq teatr kimi fəaliyyətə başlamışıq. 3 ildə xalq teatrı kimi fəaliyyət göstərəndən sonra 90-cı ildə may ayının 25-də Nazirlər Kabinetinin sərəncamı oldu. O sərəncamda Şuşada musiqili dövlət dram teatrı açılsın deyildi. Ancaq Şuşada tamaşa oynamaq bizə müəssər olmadı. May ayının 7-sindən 8-inə keçən gecə haradasa saat 3:20 radələrində 4-də işləmiş, şəhər 5 tərəfdən atəşə tutuldu. Axşam düşdü, mən getdim evimə, gördüm ki, mənim evimə raket düşüb. Dünən mən ailəmi çıxartmışdım. Teatrdan mən bura gətirə bildiyim bir Kuban markalı 21 yerlik avtobus oldu. Onu da əvvəlcədən gətirmişdim. Bir neçə afişa oldu teatrın. Afişa, bir də işçilərimizin sənədləri. Bizim evin yanında 2 dənə 5 mərtəbəli bina var idi. O binanın qadını, qızı, xəstəsi, qocası kim var idisa, o 21 yerlik sürücü ilə bir yerdə, 21 yerlik avtobusa bəlkə də 60-70 bəlkə də artıq adam belə preslənib girmişdi. Şəhərdən çıxartdım onları. O da kömək elədi, getdik o yerə qədər ki, qaz xətti ki çəkilmişdi, onun elə ətrafından belə haçayal deyilən yer vardı, ora qalxan yoluydu. 5 dəqiqə biz gözlədik, gözümüzün qabağında o gedən maşının 5-ini də Amerikanski raket deyirlər, Stinger raketi. Onunla vurdular, hamısı maşınlar dərələrə açdı, getdi, yana-yana insanlar belə. O əlimdə o qara diplomat sumkalar oldu, ondan içində də teatr möhürü, ştampı. O yanımdakılara dedim ki, Kərim, mən ölsəm eləsəm, bu teatrın möhürünü, ştampını çatdırarsam bizim kollektivə, bizim uşaqlara belə. Avtobus ilə orada saxladıq. Meşənin içi ilə piyada gəldik. Əvvəl Zarısı kəndinə düşdük. Oradan da gəldi piyada Laçın tərəfə gedirik. Qar da təzə-təzə əriyirdi dağlarda. Yəni, belə də çətinliklə o inəyin ayaq izləri ki olur, ora su dolur. Susuzluqdan o inəyin qar ərimişdi, o ayaq izlərindən su içirdik yəni biz. Amma salamat gəldik, çatdıq da. Прибыв в Баку, Ядыгар Мурадов встретился с друзьями, в числе которых был диктор азербайджанского телевидения Хиджран Гусейнов и учитель Института искусств Азат Шукюров. Они посоветовали Ядыгару не терять театр. По азербайджанскому телевидению прошла передача «Где ты, Шушинский театр?», в которой озвучили объявление для работников театра с просьбой собраться в Баку. У директора театра юного зрителя в Баку попросили место для репетиций и представлений, который с радостью согласился. Работников собирали по цыганской почте, искали среди беженцев в разных лагерях. Через год
коллектив театра полностью собрался. Мушвик гелеп театрда меним кабинетимде ятылды. Меним кабинетим диянде иле хаммызын бир кабинетимиз варды. Иле бир геце орда диван вар иде. Мушвик о диванын үстүндө о йорган дөшөө асырды, орда ятырды. До 2006 года театр так и жил в стенах ЧУЗа. В 2006 получил от Министерства культуры здание бывшего кинотеатра. В 2014 в театре сделали ремонт. За все эти годы театр поставил десятки спектаклей и практически все время выступал на других площадках. Выступления перед солдатами, на линии фронта, в домах культуры, в районах, в театрах Баку. В 2020 театр отработал первый квартал и остановился. Из-за пандемии. Война тоже не прошла стороной. Мәселен, менім бәлі фәхір сіңден дейе білерім ше, менім оғылым Үзейір де хал-хазырда зәпәдеді, көнірлі оларақ. Өзді бақмайарақ ке, оның Америкада отырымы бар, грин карт одып. Ама Үзейір о сағырыша қошылды, о да кетті. Сады орда да, иншаллах, гелер. Ve torpağımızın, Şuşamızın ve kalan rayonlarımızın da işgaldan azat olunmağını eşidəndə mən uşaq kimi sevinirdim. Hətta mənə zəng gelirdilər ki, necəsən, özünü necə hiss edirsən, özümdən asılı olmayaraq bu Əli Baba Məmmədovun bir mahnısı var. Başlayırdım onu oxumağa. Bugün elə xoşbəxtəm ki, sanki qanatlı quşam, elə bil ki, anadan indicə doğulmuşam. Onu oxuyurdum, hamı da gülürdü, deyir. Deyirəm, valla, özümdən də asılı olmayaraq bu mənim dilimə gəldi, ağzıma gəldi. Yəni, özümüzü xoşbəxt hiss edirik. Və bir şad xəbər də gəldi mənə ki, mənim evim Şuşada salamatdır, dağılmayıb. Yani Şuşa işgal olunandan sonra bizim özümüze dert edirdik. Bizim tiyatrımız o binanı tamamıyla sökmüştüler. O binanın karşısında sağ tarafta Üzeyir Bey'in heykeliydi. Böyle, yani büstüydü de pastamentin üstünde. Sol tarafta da bülbülün. Yani tamamıyla silip süpürüp yerinde park saldılar bu düşmanlarımız. Ama biz orada, bak bu ellerimizle işleyip özümüz fəhləli eləyəcəyik orada. Birimiz taş taşıyacaq, birimiz semet karıştıracaq. Bütün işçilerimiz özde hamı deyip, bakmayarak kadın, caban, oğlan, kız dəxli yoktu. Hamımız başta teatrın direktoru olmaqla orada teatrı biz yeniden asacaq. Вот мы только что посмотрели сюжет о театре. Светлый и одновременно тяжелый сюжет. Вина этих людей заключалась только в том, что они родились и жили в Карабахе. Как в страшной сказке, ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать. Кому-то там в армянской диаспоре захотелось присоединить эти земли, да и ближайшие районы Азербайджана к Армении. Мы еще поговорим о судьбах вынужденных переселенцев и беженцев в наших следующих передачах. А я, как всегда, прощаюсь с вами, оставляю вас с песней. Песня называется «Моя Шуша». А исполнил ее в конце интервью, который нам дал директор Шушинского театра. Исполнил акапельно. Но мне кажется, что там очень много чувства. И знаете, что он сказал? Он сказал, что я раньше не мог петь эту песню. Не мог, потому что не мог вернуться в Шушу. А сейчас с удовольствием спою для вас. Я прощаюсь с вами. Пока. Goyene seyredim cıdır düzünden ayaman Füsünkar şehri her seher akşam Sevgilim küsse de benim sözümden ayaman Ben diye bilmerem senden doymuşam Her yay senin yaylağına uçup gelen azad quşam Nə gözəlsən mənim Şuşam, cəlalına vurulmuşam. Nə gözəlsən mənim Şuşam, harda dağ görürəm gözüm önündə. Ay aman, Şuşanın dağları gəlib dayanır. Harda dağ görürəm
Gözüm önündə Ayaman Şuşanın dağları gəlib dayanır. Harda dağ görürəm gözüm önündə Ayaman Şuşanın dağları gəlib dayanır. Hər söhbət düşəndə cah cəlalından Ayaman qəlbimdə bir yeni arzu oyanır. Hər yay sənin yaylağına uçub gələn azad quşam, nə gözəlsən mənim Şuşam, cəlalına vurulmuşam, nə gözəlsən mənim Şuşam.